Привет всем! Развить вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о наставничестве в Якутии. Друзья, внимание на экран. Наставничество – это отношения, в которых опытный или более сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. При этом наставник может быть на любом этапе жизни человека или вовсе отсутствовать. Михаил Присяжный – доктор географических наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Как первый заместитель министра образования и науки республики, Михаил Юрьевич курирует вопрос развития наставничества в образовательных организациях, который в год педагога и наставника актуален как никогда. Развито ли наставничество в Якутии? Причастны ли к нему лишь педагоги? И каковы особенности наставничества в нашем регионе? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – это те, кто считает, что наставничество развито в Якутии, оно создает возможности для личностной и профессиональной самореализации людей в самых различных сферах деятельности. Реалисты же считают, что наставничество должно быть механизмом преемственности поколений, но разрыв между поколениями говорит о том, что наставничество в Якутии недостаточно развито или зачастую имеет формальный характер. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Итак, выбираем зоны. Мечтатели будут располагаться справа. Реалисты – слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Доктор географических наук. Михаил Юрьевич Присяжный. Добрый день. Присаживайтесь. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Пожалуйста. Учился здесь, в городе Якутске, средняя школа номер 8 на проспекте Ленина. Здание, которое, к сожалению, да, в конце прошлого календарного года было снесено. В общем-то, поступил здесь, у нас, Якутский госуниверситет, биолого-географический факультет, о чем до сих пор не жалею. Во время учебы в университете стал работать в школе. Вначале это была просто замена моего преподавателя университетского. Отработал одну четверть в 17-й школе, ну и после третьего курса, практически на третьем курсе, я уже стал полноправным учителем. Первая запись трудовой книжки, именно вот связанная с учительством, это учитель географии старших классов школы номер 8, то есть пришел в свою родную школу. Работал более 10 лет. Параллельно после окончания университета также стал работать инженером-метеорологом на кафедре географии, хотя научная специальность экономическая, социальная и политическая география. То есть закончил аспирантуру, защитил диссертацию, работал преподавателем, был куратором, до сих пор горжусь своей группой ГО-00, которая очень хорошо себя успешно показала. Вот, работал в ректорате университета более 12 лет и в правительстве теперь уже 7 лет, в правительстве республики. Остаюсь преподавателем действующим, сейчас профессор Арктического государственного института культуры и искусств. Активно работаю с детьми, вот буквально недавно закончилось уже почти 15-й, по-моему, раз. Я председатель секции североведения конференции «Шаг в будущее», поэтому с удовольствием по-прежнему общаюсь с учениками, которые были раньше у меня, кто сейчас уже сами учителя, ну и с теми, кто только для себя что-то планирует в жизни. А начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Почему наставничество актуально именно сейчас? Ну, наставничество, на мой взгляд, актуально именно сейчас, и не зря вот в указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина год ведь обозначен год педагога и наставника. Все-таки это разные вещи. Не каждый педагог может быть наставником. Поэтому, конечно, внимание к наставничеству – это человек, который может тебя сопровождать в жизни, может быть тебе полезным в жизни. И заблуждение, наверное, последних лет 15 в целом в мире – это то, что, используя интернет, любые рекомендации, любые советы, тебе этого может хватить в жизни. На самом деле это далеко не так. Поэтому сейчас наставничество очень актуально. Важно ли вообще наличие наставника в жизни? Безусловно, из своего жизненного опыта могу сказать личного, что это важно. Ну и вот вообще исторически мы с вами можем вспомнить, что наставничество, да, идет от менторства. Был реальный исторический человек, ментор.
и в христианстве очень было распространено наставничество. На самом деле для многих, наверное, для большинства жителей нашей страны наставники – это твои бывшие учителя. Бывших учителей не бывает, но есть учителя, которые когда-то тебя учили, и вот ты их редко встречаешь, и они тебе дают какие-то советы. Поэтому, конечно, очень важно. Каковы отличия наставничества в Якутии от других регионов? Есть, наверное, отличия. Отличия, может быть, в Якутии, они могут быть связаны с особенностями нашего хозяйства здесь, с нашими особыми компетенциями. Я здесь больше, конечно, профессиональную сферу затрагиваю. Например, быть водителем в Якутии или где-то в другом регионе – это разные вещи. Поэтому, если вы обучены по одному стандарту и приходите работать здесь, на этой территории, то понятно, что наставничество позволит вам быть более адаптированными, готовыми к особым условиям работы в этих условиях. Почему, занимаясь наукой и работой в университете, вы сделали выбор в пользу государственной службы? Но было приглашение от руководства республики, и оно по-прежнему в силе остается. То есть пока есть решение Илдархана работать для меня в этой должности, то я, конечно, буду честно отрабатывать, потому что здесь на самом деле, как я считаю, есть возможность помочь все-таки гораздо большему числу людей, работая здесь и какие-то свои принципы, реализуя свои проекты, свои планы. Обязательно ли родители являются наставниками для своих детей? Когда речь идет о семье, это все-таки индивидуально каждая семья. Здесь, наверное, больше идет речь о, прежде всего, уважении к родителям, да, о моральном авторитете родителей и о том, что мы с вами все-таки, это наши люди, которые дали нам жизнь. Но с точки зрения наставничества, мы сейчас с вами, и так же, кстати, как и в учительстве сейчас, мы сейчас сталкиваемся все больше с фактами, когда дети учат учителей, и дети могут быть наставниками родителей, в зависимости от того, о какой сфере жизни идет современная. В частности, это, конечно, современные информационные технологии, да, жизнь в век цифровизации, и часто складывается так, что дети, внуки, например, помогают старшему поколению что-то делать, и они, например, выступают в качестве наставника. Как родные относятся к вашей публичной деятельности? И встречаете ли вы негатив по отношению к себе? Я все время был публичным человеком, начиная еще со школьной скамьи, в школьные годы, в студенческие годы, в годы работы, естественно, в Якутском госуниверситете, Северо-Восточном федеральном университете, потому что моя работа была всегда связана со студентами. И моя публичная деятельность, она связана с разъяснением возможностей, которые дает образование, которые дает наука для общества. И здесь нет такого, что, за что можно, может быть стыдно или что иногда может какие-то иметь трактовки среди населения. Поэтому я пока не было у меня такого негативного отношения ко мне, к моим там, выступлениям, комментариям. Встречаете ли вы заблуждение о своей работе? Заблуждения могут быть связаны с тем, чем мы занимаемся. Заблуждения могут быть связаны с тем, что мы очень много можем решить то, что на самом деле люди должны решать. И, наверное, люди иногда считают, что за них кто-то может решить их жизнь. Это далеко не так. Наверное, это одно из заблуждений, которое вообще к сфере образования относится. Что учитель – это, конечно, главный человек, основной человек, мы уважаем. Но все-таки в жизни и должен сам человек тоже что-то приложить к своему будущему. Итак, Михаил Юрьевич, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что наставничество развито в Якутии, и оно создает возможность для личностной и профессиональной самореализации людей в самых разных сферах деятельности. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что наставничество должно быть механизмом преемственности поколений. Но разрыв между поколениями говорит о том, что наставничество в Якутии не развито или зачастую имеет формальный характер. Угу. Друзья, сейчас мы обращаемся к вам, к нашей аудитории. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте вначале спросим у мечтателей. Пожалуйста. У нас в школе есть педагоги-организаторы. Это Короткова Анна Александровна и Расторгуй Варлам Алексеевич. И вот это те люди, которые всегда со мной и которые поддерживают меня во всем. То есть я бы сказала, что я общественный активист, я внутришкольный активист, а также сейчас я занимаю пост председателя Совета старшеклассников. И вот эти люди, они всегда со мной, они меня всегда направляют.
Если у меня есть вопросы, если я не уверена в себе, то эти люди всегда рядом, они всегда мне помогут. Реалисты, пожалуйста. Я и той группе отношусь, как мне кажется, я не смогла определиться, но, как мне кажется, это состояние вообще не развито именно наставничество. У меня за всю мою жизнь было очень много учителей, очень много каких-либо людей, которые могли иметь надо мной влияние, можно, наверное, так сказать. Но при этом был только один человек, которого я слушаю как авторитета, как мне кажется, потому что она всегда была со мной, это моя классная руководительница с 5 по 9 класс, Светлана Федотовна, это прекрасный человек, педагог, только выслушает, но и даст совет, как-либо сделать, но мне кажется, таких людей, ну, просто исключение из правил, потому что мне кажется, то, что именно наставничество, это не просто профессия, это не какая-то вот такая вот штука, которую можно получить, просто обучаясь. Это просто врожденное, как мне кажется, состояние, когда ты можешь объяснить каким-то людям что-либо и как-либо их наставить на путь истины. Пожалуйста, мечтатели. В нашей необъятной республике Саха-Якутия очень, в принципе, хорошо развито наставничество в различных сферах, не только в образовательной сфере, но и в различных сферах онлайн обучения и всему тому подобное. Наставничество в данный момент не очень развито, и то, что наставниками могут быть только определенные люди, которые уже, если можно так выразиться, с рождения обладают этими способностями. Потому что, по большей части, вот, например, в моей школе, в которой я учился, конечно, не буду плохо говорить о своих бывших преподавателях, но они для меня не были наставниками, они были больше учителями, именно давали знания, но никак не жизненный опыт. Просто передавали знания, которыми они должны были передать мне. И все. Пожалуйста, еще мнение. В первую очередь я считаю, что наставничество — это способ передачи навыков, умений и тому подобное. Я думаю, что наставничество есть везде, в разных сферах. Может быть, в семье, в школе, в вузах, в саду детском. И даже в обществе обычном, где там... Настя, сейчас ты вообще как часто слышишь слово «наставник» в своей повседневной жизни? Ну, редко слышу на самом деле, но я сама знаю, что такое наставник. И как бы, ну, понимаю, кто наставник, а кто, ну, просто как бы сообщник. Угу. Реалисты? Еще наставниками очень редко бывает, потому что там хотят работать, а не это... не горят желанием, они уже перегорели, и есть такое. Из своего жизненного опыта могу привести очень много примеров этого, поэтому я за реалист, само название говорит, что за реальный мир, понимаете? Хорошо, да. Спасибо, да. Давайте еще мнение послушаем со стороны мечтателей. На данном этапе развития общества мы сталкиваемся с наставничеством везде. Будь школа это, будь какое-то мероприятия, всегда есть люди, которые тебя наставляют, помогают тебе, указывают верный путь, помогают реализовать какие-то цели, и поэтому я нахожусь здесь, на стороне мечтателей. Так, реалисты, давайте, еще мнение. Так такого наставничества я не встречал, максимум со стороны родителей, если так смотреть, но от других людей, ну, когда как. И то это были даже не наставничества, а просто советы, если так судить. Ну, давайте еще по одному мнению с каждой стороны, пожалуйста, со стороны мечтателей. Я считаю, что наставничество у нас развито, потому что я сужу по опыту своему, ну, своей жизни, потому что на каждом этапе своей жизни я встречала человека, который давал мне советы, советовал, как правильно сделать выбор, что будет. Ну, в общем, я считаю, что... Наставничество у нас есть, и оно развито. Да. Спасибо. Мне кажется, у нас сейчас мечтатели больше имеют в виду формальный какой-то момент наставничества, а реалисты говорят больше о качестве наставника, таком высоком уровне эмпатии, когда человеку правда не все равно, и он проявляет максимальную заботу и заинтересованность в своем подопечном. Давайте еще мнение послушаем, ребят. Я сам из сельской местности, там особенно наставников я не встречал. Ну, наставничество было ко мне со стороны только родителей, ну и классного руководителя, может быть. А так, то, где я учился, меня особо никто не поддерживал, я сам все решал. Поэтому я не думаю, что наставничество не очень высоко развито у нас. Ну,
Ну и давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Михаилу Юрьевичу. Пожалуйста, ребята, задавайте свои вопросы. Начнем также со стороны мечтателей. Вот, наверняка вы в своей жизни тоже имели наставников. И кого вы бы выделили, кто остался у вас в сердце, скажем, и кто на вас повлиял? Меня лично Мария Трофимовна Михайлова, мой классный руководитель с 4 класса. К сожалению, ее нет сейчас в живых. Она была учителем русского языка и литературы. И мы все ее прекрасно помним, потому что она давала прежде всего жизненный опыт, отношения между членами семьи, отношения к своей родине. Выросла на Новгородщине, попала все, что было связано с оккупацией фашистской Германии. И потом, после окончания пединститута, приехала по распределению в Якутию, здесь вышла замуж, здесь осталась, и осталась о ней самая добрая память. Но были, конечно, и другие, на самом деле довольно много. Прошу прощения, то есть наставником может являться буквально каждый человек, который может передать абсолютно любую информацию, либо опыт или навык? Нет, наверное, нет. Все-таки, вот как я вначале сказал, не зря же, да, у нас с вами разведены понятия педагога и наставника. Все-таки не каждый педагог, не каждый учитель может быть наставником. Это, но с точки зрения, наверное, формальных признаков. А с точки зрения, если мы говорим с вами о неформальном подходе, мы с вами можем разглядеть в действиях, в жизни какого-то человека то полезное, что мы можем для себя взять. Поддерживая тему наставничества, да? Когда вы начинали работать в госслужбе, у вас были свои наставники? И в начале своей работы вы делали какие-нибудь ошибки? Мне на госслужбе, ну, можно сказать, что повезло, потому что тогда, вот, когда я был назначен министром профессионального образования, подготовки и расстановки кадров, рядом работали коллеги, опытные коллеги в самом министерстве, которые мне помогали, естественно, на первых порах работать. И официальных наставников с уровня главы республики назначено не было, хотя я помню, как сейчас, когда вот первый день работы, только вышел указ, Егор Афанасьевич Борисов тогда был Илдарханом, главой республики, он обратился к членам правительства и сказал принять и по возможности помочь адаптироваться с точки зрения особенностей работы в правительстве. Ну а дальше на госслужбе действительно все идет очень стремительно. И у меня была, ну, я считаю, неплохая практическая именно подготовка для работы в сфере образования и науки. То есть сама система, она позволяла себя чувствовать достаточно уверенно. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте. Как наставничество повлияло на вас? И какой стране вы больше подходите, как наставник или как педагог? На самом деле я хотел бы здесь воспользоваться этим вопросом. Спасибо большое. И сказать, что мы уже с 2018 года проводим конкурсы, они по-разному называются, связанные с наставниками. В частности, в этом учебном году, в сентябре 2022 года, прошел очередной такой республиканский конкурс «Лучший наставник». По итогам лучшим, значит, стала преподаватель Якутского финансово-экономического колледжа Прокопьева Марина Юрьевна. И вот буквально совсем скоро в ДК имени Кулаковского здесь, в Якутске, состоится фестиваль наставничества для педагогов и для обучающихся, который пройдет 30 января. Почему? Это как раз для того, чтобы показать разные формы, которые могут быть при взаимодействии и наставников, и обучающихся. Для меня, ну, в принципе, наверное, здесь я не могу сказать, что для меня что-то является приоритетным. Я там как бы приоритет быть педагогом, учителем или быть наставником. Но на самом деле в душе, и, наверное, это, может быть, кто-то из вас тоже разделяет мои ощущения, хотелось бы надеяться, да, каждому, наверное, что ты кроме того, кроме передачи знаний, что-то более серьезное оставишь в жизни, в душе того человека, с которым ты общаешься, как со своим учеником. И на самом деле я это ощущаю, когда не прерывается связь со своими бывшими учениками, с которыми ты периодически встречаешься и чувствуешь, продолжают ли они по-прежнему относиться, скажем, серьезно к твоим советам, к твоим рекомендациям, периодически обращаются ли они за какой-то поддержкой. То есть ты себя наставником чувствуешь именно в такие моменты, а не когда ты себя сам провозглашаешь. Я наставник. Наверное, это неправильно. Ну, так же, кстати, как и об учителях, да, мы, конечно, гордимся своими учениками, как педагоги, но, конечно, самым высшим уровнем признания является, когда
сам ученик тебя назовет своим учителем, а еще и с учителем большой буквы. Это, наверное, высший пилотаж. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Есть ли у вас наставник сейчас? Ну, сейчас, конечно, я все-таки здесь более из таких традиционных ценностей, семейных ценностей воспринимаю. К сожалению, вот чуть больше года назад у меня не стало мамы. Она для меня была на самом деле, я считаю, самым главным, наверное, наставником в жизни. Сейчас отец, то есть папа сейчас один. Я поэтому считаю, что я стараюсь, несмотря на свою занятость, очень рано быть у него, обед или там очень-очень в конце дня тоже как минимум созвониться, либо встретиться, потому что все-таки, ну вот, наверное, это самые нам дорогие люди для каждого человека, и то, что они советуют, или любое, даже маломальски какое-то слово, это, наверное, высший уровень, который нужно принять. Еще вопрос. Какими, по вашему мнению, должен обладать качествами наставник? Здесь, наверное, все-таки желание добра, желание успеха тому, с кем ты работаешь. У нас очень в стране было очень хорошо поставлено наставничество в профессиональной сфере, в предприятиях, организациях, когда мастера брали себе в ученичество молодых людей, были так называемые, институт подмастерьев. И в этом нет ничего обидного в этом слове, когда тебе позволяют быть рядом с мастером. У нас, например, в Якутии это очень распространено, например, у кузнецов, которые традиционным способом работают, у тех, кто может изготавливать традиционные якутские ножи. С ними часто работают молодые люди, не являющиеся родственниками, близкими людьми, но которые готовы что-то перенять. И поэтому мне кажется, что здесь важнейшее качество – это все-таки готовность быть полезным и желать успеха тому, с кем ты работаешь. А в условиях конкуренции, к сожалению, последние особенно 20-30 лет, это чуть-чуть ушло, это размылось. Не только в нашей стране, но и в целом в мире. Потому что часто человек, который работает, который мог бы быть хорошим наставником, он воспринимает того, с кем ему работать, как своего конкурента. Это, мне кажется, вот это мешает часто быть хорошим наставником. Давайте последний вопрос. Что вас вдохновляет в работе, помимо помощи другим людям? Вдохновляет в работе, во-первых, наверное, сложно сказать, наверное, добавить к чему-то, То есть, конечно, у меня основное – это служение людям, наверное, как бы это громко не звучало, быть полезным, что-то от себя реализовать. Наверное, еще что мне очень нравится, это связано с темой как раз наставничества, я с удовольствием делюсь своими знаниями и очень рад успехам своих учеников, сотрудникам, которые потом самостоятельно выходят и могут уже реализовывать самостоятельно, уже не обращаясь ко мне больше, могут сделать гораздо больше полезного, чем я бы сделал один. Наверное, это. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Каким вообще должно быть наставничество, на ваш взгляд? Оно не обязательно должно обучать чему-то. Оно должно направлять скорее и заставлять думать самому. Наставник – тот человек, который поможет тебе и в тебя, тебе в правильное русло. Есть ли у вас наставник? Наставник вообще в жизни? По жизни. Это мои родители и моя бабушка. Наставник – это тот человек, который направит тебя на верный путь, там всякое такое, поможет по жизни, даст советы. А есть ли у вас наставник свой? Да, есть. У меня это, получается, бабушка, дедушка, сестра и мама. Как считаете, в Якутии вообще система наставничества, она развита? Это смотря, какое наставничество. Есть разные виды, у всех разные взгляды. Как считаете, становятся ли наставниками учителя в школе, преподаватели в вузе? Я сегодня участвовал в научно-практической конференции республиканской, и у меня тема была «Копченая ряпушка», и мой преподаватель была учительница русского языка и литературы Саина Семенова. Которая на тебя является наставником? Да, наставником. Она помогала мне, во всем вообще. Как создавать, поддерживала меня. Очень развита, даже очень сильно. Человек, который может вас обучить, в первую очередь, дать дельный совет, и по жизни это самый лучший друг. А есть ли у вас наставник? У меня нету.
Я сам был наставником в свое время. Предприятие, которое только развивается, у них это практикуется очень хорошо. А в школе наставничество есть? В школе вот не могу сказать, честно. Но судя по своим, как сказать, пацанам, которые у меня учатся, могу смело сказать, что у них в какой-то степени есть это наставничество. Но опять же, это наставничество идет от учителей в основном. Люди, которые умнее, да, опытнее, вот они наставники. Как считаете, развита ли система наставничества в Якутии? Ну, мне кажется, наставничество это вообще как априори существует уже. Как мы видим из запроса, есть действительно на самом деле самые разные мнения о том, кто такой наставник, развито ли у нас наставничество. Давайте в первую очередь зададимся этим вопросом сами. Кто такой наставник, на ваш взгляд? Давайте начнем со стороны мечтателей, затем уже перейдем к реалистам. Пожалуйста. Я считаю, что наставник — это в первую очередь человек, который имеет больше опыта, чем ты, и который готов помогать тебе развиваться в этом направлении. Но это касательно формальной части. А еще я считаю, что наставник должен обладать эмпатией, он должен поистине хотеть тебе помочь. Он хочет тебе помогать не только развиваться по карьерному пути, но и помогать развиваться как духовно, как человек. Потому что, ну, быть успешным и, как вы знаете, быть добрым, становиться лучше во всех планах. Угу. Пожалуйста, еще мнение. Для меня же наставником является человек, который именно горит тем, чтобы помочь человеку. Он хочет быть полезным и хочет помогать человеку в нужный момент или же просто подсказать советом. Угу. Еще мнение. Для меня наставник — это человек, который, ну, имеет, конечно же, больше опыта, может дать совет в той или иной направленности, ну и также тот, который будет помогать. Угу. Хорошо, спасибо. Давайте поаплодируем. Ребята-реалисты, кто такой наставник для вас? Как по мне, наставник — это тот человек, который больше всего разбирается в какой-то иной сфере, ну, в которой ты не разбираешься. Наставник — это человек, который уважаемый тобой или кем-то и помогает тебе во всем. Угу. Михаил Юрьевич, а кто такой наставник, на ваш взгляд, и как вы можете прокомментировать вот мнение ребят? Ну, во-первых, я, конечно, очень доволен, мне приятно слушать мнение ребят, которые здесь сегодня высказали, как с той, так и с другой стороны. Во-вторых, вот мнение, которое высказали ребята, определение наставников, ну, они заслуживают уважения, на мой взгляд. Я единственное могу здесь добавить, что все-таки, наверное, наставник – это достаточно широкий спектр человека, который выступает в этой роли наставника. То есть от формального до неформального большое движение. И вот, хотя ребята, вот, и в том числе со стороны реалистов, тут сказали о том, что наставника они воспринимают не только как человека, который передает знания, но который авторитетен для тебя, более опытен, чем ты. Но это не всегда на производстве складывается. Вот сейчас мы с вами видим, что наставничество развивается не только в производственной сфере, но и в непроизводственной сфере, в сфере услуг. Ты можешь, для тебя этот человек, да, он более опытен, чем ты, но не обязательное требование, что ты как-то им восхищаешься. Не обязательно. Но обязательный этап взять у него знания и навыки. Это одна сторона, да, один вектор. Можно сказать, он ближе к реалистам. То, что касается мечтателей, это то, что, наверное, я бы поддержал. Потому что здесь действительно наставник, он реализует также и функцию воспитания. Он развивает тебя. Он тебя учит, как вот себя можно реализовать как человека. Поэтому на самом деле, наверное, все-таки наставничество, еще раз скажу, это способ обучения и воспитания, и наставник – человек, который способен это сделать. А как вы считаете, есть ли какая-то некая система наставничества, или же все-таки это что-то такое неконтролируемое, то, что идет от самой природы человека? Нет, ну, в принципе, человек же, например, никогда у человечества не было такой профессии, как космонавт. Но смог же человек придумать, да, систему подготовки, в том числе и психологического настроя, подготовки для того, чтобы человек мог выйти в космос и себя как-то реализовать в том пространстве, для которого он не был создан природой. Наставник – это, наверное, тоже на самом деле есть возможность вырасти в наставника практически у любого человека. Поэтому этому можно учить. Могут быть рекомендации, как правильно быть наставником.
И есть и в связи с этим, вот и в методике преподавания, и вот в подходах есть такие, такое обучение. Мы, например, вот на базе Института развития профессионального образования у нас в республике мы проводим даже курсы повышения квалификации для сотрудников, например, колледжей и техникумов, как правильно быть наставником. Михаил Юрьевич, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории и, возможно, зрителям? Надо себя так, наверное, в жизни настраивать, позиционировать, да, выражаясь таким словом, чтобы для вас было вполне приемлемым, естественным кого-то в своей жизни, кого вы встречаете, воспринимать в качестве наставника. Может быть, такой я дам совет, может быть, немножко странный, но он на самом деле это очень, очень сложно сделать этот шаг, когда ты вот чувствуешь необходимость наставника. Здесь, по-моему, все стороны, обе стороны, мы оказались едины. То есть все, ну, и та, и другая сторона сказали, что наставники нужны. При этом, как я уже до этого говорил, что нужно еще уметь разглядеть в другом человеке себе наставника. Ну и еще самое, наверное, сложное – сделать шаг к этому человеку. Потому что ведь мы с вами знаем и из классической литературы, из истории очень многих народов, и народов, которые в нашей стране проживают, когда человек обращается и просит: будь моим наставником, помоги мне пройти путь к твоему мастерству, да, что-то в таком роде. Здесь, наверное, мне кажется, это очень важно. Спасибо. Сейчас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, ребята, поменялось ли ваше мнение? Мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним? И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Угу. Поэтому мы с вами окончательно определяемся со своей позицией, ну и на счет три можно будет перейти. Так, раз, два, три. Можно перейти. Кто-нибудь еще переходит? Давайте микрофон молодому человеку передадим. Знаем у него, почему он решил поменять свою точку зрения. Я посчитал, что аргументы мечтателей более повлияли на меня. Я посчитал, что наставничество развито тут. И что наставники обязательно нужны для человека. Ну, вот так. Спасибо. Давайте поаплодируем. Михаил Юрьевич, вы подготовили, мы знаем, небольшие сувениры. Кого вам бы хотелось сегодня выделить из числа участников нашей сегодняшней аудитории? Ну, на самом деле, все ребята очень достойные. У всех есть своя точка зрения, что очень важно. Я поддерживаю вот такой ваш настрой жизни. С этой стороны я поддержу девушку, которая изначально, ну, она сейчас и свое мнение не поменяла. Конечно, много она выступала, да, но вначале она высказала позицию, что ей посчастливилось встретить в своей жизни наставника, даже если это был один человек среди многих. И она этого же желает другим. Поэтому, пожалуй, вас. С этой стороны, здесь, во-первых, и ребят-то побольше, да? Побольше есть из кого выбрать. Поэтому здесь, конечно, для меня сложно, наверное. Были лидеры по высказыванию позиции, лидеры, которые эмоционально я разделяю. Вот в серединке девушка несколько раз эмоционально очень близко совпадали с точки зрения вот струн, которые касаются души учителя, скажем так. Но и были позиции, которые от учителя тоже требуются. Иногда нужно сказать очень четко свою позицию. На тебя ориентируется. Я вот выберу вас. Вот, пригласим тех, кого назвали, да. Пожалуйста. Михаил Юрьевич, пожалуйста, вам слово. Да, ну, несколько книг, которые могут пригодиться любому человеку, вне зависимости от того, какая у него специальность. Есть две работы, в которых я тоже принимал участие, связанные с изучением мерзлоты, когда мы привлекали ребят, школьников, школьных учителей в разных уголках Российской Федерации и зарубежных стран для того, чтобы понять, как себя чувствует то, что находится под ногами. Вместе со школьниками на базе школ выполнено. Я дарю вам один экземпляр. Давайте поаплодируем. Мерзлота в наше время. И вам. Да. И одну книгу тогда дополнительно я подарю вам. Она связана с Текео Дулоком на русском, на якутском языке. Переводы нашего известного писателя отечественного, где тоже есть восприятие. Вот вообще мне нравится Текео Дулок, потому что там сплошное наставничество. Там в жизни, даже если ты утрачиваешь кого-то из близких, что часто было, когда нужно было выживать в очень суровых условиях Северо-Востока Азии,
ты утрачиваешь каких-то близких, родных, но при этом ты всегда находишь того, с кем ты идешь дальше по жизни, у кого ты учишься, и сам при этом не забываешь, что от тебя тоже такого же ждут другие люди. Давайте вам поаплодируем. Подарок. Спасибо. Меня зовут Козлова Екатерина, я учусь в Якутском педагогическом колледже на учителя начальных классов. Меня зовут Лугинова Моника, я учусь в 31-й школе. Я Юлия, и мне реально было очень приятно вас послушать. Также дебаты людей, одна точка зрения, вторая точка зрения, которые совершенно разные. Лена, Антон, спасибо большое. Ну и сейчас мы приглашаем вас всех сюда, подняться на наш подиум, для того, чтобы мы еще пообщались друг с другом и с нашим гостем Михаилом Юрьевичем Присяжным. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные дни наших съемок. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Очень важно в начале календарного года послушать эмоции от молодежи, ребят, которые учатся в школе, учатся в колледжах, учатся в вузах. Большинство участников это были ребята, которые выбрали для себя педагогические специальности. Я, конечно, с удовольствием увидел о том, что они понимают свою миссию. Миссия учителя гораздо шире. Не только преподавание, передача знаний, но и воспитание. И, возможно, если это получится, они так получат достаточное профессиональное развитие в своей жизни, они могут для кого-то стать наставниками и помочь себя реализовать в жизни, я надеюсь, нескольким поколениям детей, с которыми они будут работать. Ну и формат передачи очень, очень полезный, открытый, дает возможность услышать другое мнение, сменить это мнение и на самом деле обогатиться знаниями. Спасибо большое, очень хорошо.